Добрый день. Мы представляем компанию «Югирс», и сегодня мы вам расскажем о нашей компании и как мы выходили на международные рынки с помощью Кикстартера. Я думаю, здесь многие впервые сталкиваются с этим словом. Скажу сразу, что краудфандинг — это финансирование толпой, это практически дословный перевод. Мы сейчас более подробно расскажем вам, что происходит и как это делается, но основное вы должны понимать, что краудфандинг — это B2C, это работа с конечным потребителем по всему миру. Как мы это сделали, лишь какой был наш опыт, мы сейчас вам подробно расскажем и покажем. Итак, мы производим модели, это 3D-конструкторы, деревянные модели, которые собираются без клея. Особенности наших моделей — это то, что это экологически чистый продукт. Они собираются без клея по подробной инструкции. Также время сборки одной модели занимает от 1 часа до 12 часов, в зависимости от сложности модели. Также наша модель может быть прекрасным предметом интерьера. На этой карте показаны точки продаж наших дистрибьюторов на данный момент. Это более 50 дистрибьюторов по всему миру. Мы продаемся в более 30 странах по миру. Также добавились за последний месяц Южная Африка, Южная Америка и Новая Зеландия. И этот список постоянно увеличивается. И это все благодаря краудфандингу. Мы были созданы в 2014 году, и вначале мы продавались только на украинском рынке. В ноябре 2015 года мы запустили кампанию на Kickstarter. Kickstarter — это самая большая краудфандинговая платформа, которая имеет самое большое доверие у бэкеров. Бэкеры — это те люди, которые поддерживают проект. На платформу мы вышли с полным рядом моделей. Это на тот момент это было 15 моделей, сейчас у нас 19 моделей. И главным героем этого проекта был «Локомотив». На тот момент «Локомотив» не выпускался серийно. Его можно было только приобрести на Кикстартере. Это была самая сложная модель и самая впечатляющая. На первом проекте мы собрали 406 тысяч долларов. После первого проекта мы запустили дополнительную кампанию по желаниям бейкеров. Она длилась буквально 2 недели. И мы собрали 40 тысяч долларов. После этого мы выполняли обязательства перед бейкерами. Мы закупали новую продукцию, новые материалы, сырье, оборудование. Сводили всю информацию и уже отправляли товар конечному покупателю. В июне 2016 года мы решили выйти на краудфандинговую платформу Indiegogo.
Мы вышли туда с новыми моделями, и мы собрали там 82 тысячи долларов. После этого мы решили снова выйти на Kickstarter, также с новыми моделями. Это была рождественская кампания, и мы там собрали 140 тысяч долларов. Итак, чем может быть полезен краудфандинг? Первое — это реклама напрямую во всем мире. Краудфандинг очень хорошо пиарит ваш проект. Там очень много дистрибьюторов смотрит, ищет продукт, который можно купить, который можно продать в своей стране. И из краудфандинга нам очень много запросов поступали. Вот я увидел ваш проект, я хочу продавать товар в своей стране. Второе — это способ привлечь финансы. Некоторые бейкеры жертвовали деньги просто так. Они у нас не покупали ничего, они просто решили поддержать наш проект и просто писали: вот, мне так понравился ваш проект, я просто хочу быть частью его. Остальные бейкеры уже покупали наш продукт, это был как предзаказ, и они получали его уже через там, пару месяцев. Третье — это исследование рынка. После краудфандинга мы поняли, что наш продукт интересует всех во всем мире. И мы увидели, что некоторые рынки дают больше как бы интерес, и мы поняли, куда сконцентрировать свое внимание уже в дальнейшем, наших дальнейших продажах. Четвертое — привлечение партнеров. Как я уже говорила, бэкеры некоторые — это сами дистрибьюторы, они сами к нам уже вначале покупали наш товар, потом писали: вот я хочу продавать его в своей стране. И пятое — способ найти инвестора для проекта, если, конечно, есть такова цель. У нас такой цели не было — найти инвестора. Может повести, что крупный инвестор найдет вас сам через краудфандинг, или вы уже с успешным проектом можете найти интересующего вас инвестора, прийти к нему и показать: вот продукт, вот успешный проект, есть интерес у людей, и он заинтересовал их. Вот. Дальше более подробно расскажет в краудфандинге моя коллега Ирина. Еще раз здравствуйте. Итак, краудфандинг. Мы уже поняли, что краудфандинг — это B2C, краудфандинг — это работа с конечным потребителем, и у него нет границ. Вы должны понимать, что краудфандинг, в зависимости, естественно, от платформы, которую вы выберете, но в основном это прямой доступ на любой рынок мира, в котором, естественно, есть интернет. Ну, в принципе, сейчас это уже не проблема. Есть более 30 платформ на сегодняшний день. Если вы выходите на краудфандинг, вы должны понять, что вас интересует. Поскольку платформы направлены на разные рынки, на разные ценовые сегменты, у них есть разные уровни доверия и тому подобное. Самая ключевая на данный момент платформа — это платформа Kickstarter, на которую мы вышли с нашей первой кампании. Большинство бэкеров в этой платформе — это бэкеры из стран США и Австралии. Также там присутствует ярко выражена Европа и большинство наиболее развитых стран остального мира. Можем наблюдать такие платформы, как Indiegogo, например. В Украине есть также своя платформа, она называется «Великая идея». Если работать на краудфандинге, вы должны в первую очередь определиться с платформой, то есть ваша целевая аудитория. Будет это аудитория США, аудитория всего мира или аудитория Украины. Это ваш ключевой момент, чтобы вы не прогадали и узнали, какая именно аудитория вам нужна. Говоря о Kickstarter, наиболее популярная платформа и наиболее доверительная. Бэкеры доверяют, бэкеры вкладывают деньги, они не боятся спонсировать и не боятся вас поддерживать. На сегодняшний день это уже тысячи и тысячи успешных проектов, и все они реализуются с помощью обычных людей. В основном это стартапы, которые просто сделали что-то новое, что-то креативное и смогли преподнести это миру, преподнести это бэкерам так, чтобы они захотели этот продукт. Это очень важно. Получается, есть такая статистика, что в среднем успешные проекты на краудфандинге собирают 5-10 тысяч долларов. Для кого-то это большая сумма, для кого-то она достаточно таки незначительная. Есть такое понятие, как первоначальная цель. То есть вы выставляете свой проект, у вас есть какие-то наработки, вы знаете, сколько вам нужно, например, для его реализации. В среднем выставляется сумма там, от 10 до 20 тысяч долларов. Объясню почему. Проект подразумевает то, что вы соберете достаточное количество денег, достаточное количество сторонников. Если этого не произойдет, и вы собираете сумму меньше, чем вы заявили, деньги вам не перечисляются. Почему? Потому что вы заявляете, что для реализации вашего стартапа вам нужна определенная сумма. Если вы набираете даже 19 тысяч там, с половиной, вам ее не перечислят, поскольку посчитают недостаточной для того, чтобы вы доставили продукт, чтобы вы его произвели, и чтобы вы смогли ожидать оправдания и доверия бэкеров.
Поэтому при выборе первоначальной цели очень важно правильно подойти к ней и правильно выбрать цифру. Лучше пусть это будет более маленькая цифра, но вы сможете быстро ее реализовать и подняться и собрать, как мы, например, в разы и разы больше. У нашей первоначальной целью было 20 тысяч долларов. Скажу, что проект наш длился 35 дней, если не ошибаюсь, а собрали мы 20 тысяч долларов в первые же сутки, даже немножко больше. Поэтому сразу говорю, что это был очень неожиданный фурор. Мы не ожидали такой реакции и не ожидали такого объема. Это был очень огромный для нас большой заказ на наши модели и большое количество бэкеров, с которыми также нужно всегда коммуницировать и всегда отвечать на все их вопросы, пожелания, претензии, замечания. Это все позже подниму в отдельной теме, но это очень важно. Далее есть такое понятие вообще как продукт. Он в краудфандинге главный. Почему мы изначально показали наше видео? Это не просто какая-то акция пиара или в том роде. Это было сделано специально для того, чтобы вы видели, с каким продуктом работали конкретно мы. Может быть, кому-то из вас сразу стало понятно, почему мы добились тех или иных результатов. Потому что в краудфандинге главное — это ваш продукт. Он должен быть новый, он должен быть креативный, и он должен стоить того. Вы должны понимать, что нет такой разницы, как, например, только техника, или только одежда, или только какие-то кухонные, например, принадлежности. Вы можете выйти с чем угодно. Главное, чтобы это было креативно, чтобы это было новое. Вы можете, например, здесь есть иллюстрации из различных успешных проектов, которые собрали внушительные суммы на Kickstarter, и вы видите, что это все, начиная от одежды, джинсы, которые меняют форму по вашему желанию, заканчивая различной техникой и даже печатные издания, казалось бы. То есть просто иллюстрированные издания Moby Dick. То есть Kickstarter — это огромное поле просто для деятельности, для любого продукта. Главное — желание и главное — подход. Есть такой перечень пунктов, без которых вы не сможете даже выйти на краудфандинг, на Kickstarter в частности. В первую очередь, естественно, это продукт. Это главное, что должно быть, но, думаю, присутствующие здесь это понимают, и у всех что-то уже есть, какие-то наработки. Далее вам нужен будет партнер, поскольку конкретно Kickstarter имеет определенные требования к создателю проекта, и если он не соответствует требованиям, он не может открыть проект на этой платформе. Есть более лояльные платформы, но они пользуются менее высоким уровнем доверия, соответственно, прибыль будет немного меньше. Но если у вас нет выходов на нужные требования, вы можете воспользоваться также и ими. Партнер, который должен выходить на Kickstarter, должен быть резидентом одной из стран перечня Kickstarter. В нашем случае это было США, наш партнер. Вообще, зачем мы выходили на Kickstarter? Мы хотели просто протестить рынок. Мы хотели увидеть, будет ли спрос на нашу продукцию в США, есть ли смысл, как лучше зайти и так далее. Поэтому наш потенциальный дистрибьютор согласилась представлять нас и согласилась помочь нам в данном контексте. Важно, что юридически отвечает за проект ваш партнер. Вы уже свои договоренности с ним составляете, как будет это договор комиссии или любой другой договор, это уже сугубо зависит от вас. Но на Kickstarter юридически ответственное лицо не Kickstarter, не вы, не бэкер, это ваш партнер. Он своей головой отвечает за то, чтобы продукт был изготовлен, вовремя доставлен, был без брака и без дефектов. Далее, естественно, для того, чтобы привлечь внимание бэкеров, вам обязательно понадобится хорошее видео, хорошие фотоматериалы, потому что вы должны доказать, что вы можете и что вам стоит отдать деньги. Это постоянная конкуренция, постоянная борьба, но если ваш продукт стоит того, это не будет проблемой. Просто грамотно подойдите к вопросу оформления, и тогда практически бэкер у вас в кармане. И самое, в данном случае, последнее, но далеко не последнее по значению такой пункт — это логистическая компания. Вы должны понимать, что бэкеры, например, на Kickstarter — это бэкеры со всего мира. Я вам скажу честно, что просто приходилось на карте искать некоторые страны, из которых у нас приходили заказы, не то, что там у нас были бы какие-то контакты с этой страной. Соответственно, у вас должны быть очень четкие логисты, которые смогут вовремя помочь, вовремя отреагировать и доставить продукт без задержек по лояльной цене, которая должна быть включена уже в стоимость. Они должны будут доставить по всему миру. Это сложно, но эти люди нужны, они важны, и мы на своем опыте, уже поменяв множество, скажем так, мы поняли, что это реально. Главное заранее этот вопрос обсудить и прийти к нужным людям. Говорили уже о том, что бэкеры платят вам деньги, но теперь еще важно, почему они платят, как их мотивировать заплатить вам. В первую очередь это должен быть интерес к новинкам, потому что ваш продукт, как уже говорилось, новый, креативный и интересный. Соответственно, бэкер хочет отдать вам деньги, потому что у вас есть что-то новое и зачастую эксклюзивное. Поскольку на Kickstarter обычно выставляется продукция за немного более низкую цену, но при этом она будет новая и интересная. Далее бэкер мотивирован тем, что он чувствует себя важным. Он
чувствует, что своим вкладом он не просто покупает что-то и дает вам какой-то доход. Он помогает вам встать на ноги, стать солидной компанией, уже не стартапом, и реализовать свою продукцию. Это очень важно. И третье — сопричастность к успеху. Они, в принципе, немного связаны с предыдущим пунктом, поскольку, вкладывая в вас деньги, Бекер помогает вам сделать проект успешным. Получить деньги, потому что, казалось бы, маленькая сумма там, в 20 или 70 долларов может помочь вам реализовать ваш продукт, поскольку если вы не наберете ровно указанную стоимость, деньги вам, повторюсь, не возвращают. Рассказывая, заполняя вообще ваш проект, важно уделить внимание вашему личному фактору, кто вы, почему вы создали эту идею, но нельзя перекрывать продукт. Лучше всего подойти к этому со стороны такой истории, которую вы расскажете постороннему человеку о вашем продукте, о вашей компании, о ваших стремлениях. Вы расскажете немного о себе, немного о том, почему вы хотите это сделать, и, естественно, о том, что у вас за продукт, как вы собираетесь его воплощать, какие графики и тому подобное. На своем личном опыте мы сделали такие ключевые факторы, так скажем так, моменты, без которых компания более будет тяжело идти по пути краудфандинга. В первую очередь длительность. Лучше всего выбирать длительность компании в среднем месяц, 30-35 дней, поскольку за это время Бекер успевает увидеть ваш продукт, он успевает с ним познакомиться, переспать с этой мыслью, купить его и не забрать деньги обратно. Это тоже очень важно. Далее, сильная команда. Казалось бы, такой простой и всем понятный принцип, но вы должны понимать, что у вас бекеры, опять же, со всего мира. Это разные часовые пояса, разные национальные особенности, культурные и тому подобное. Поэтому писать они будут вам 24/7, без выходных, без каких-либо там пробелов и так далее. Они будут от вас что-то хотеть, что-то требовать, что-то спрашивать, советовать и так далее. Ваша команда должна быть готова к тому, что ей нужно быть много и усердно общаться. В среднем это английский язык, но, естественно, если у вас есть, например, в команде люди, которые владеют разными языками, это будет огромный плюс. Далее, сильный старт, сильный финиш. Это очень такой серьезный принцип для длительных компаний, который позволяет вам нагонять трафик только вверх, избегать вот этих провалов, когда вроде бы в начале проекта вас увидели, да, вас полюбили, вас там поддержали, но к концу проекта вы видите, что покупки падают, продукт уже не такой успешный. Вот этот пункт сильный финиш помогает вам поддерживать. В нашем случае это была секретная модель. То есть Надежда говорила, у нас есть линейка продуктов, то есть у нас есть, если не ошибаюсь, 19 моделей уже в нашем модельном ряду. И мы выставили наборы, там, например, там 18 наших моделей плюс одна секретная. То есть Бекер еще к тому времени не знал, что это за модель, это была новая модель. В первой компании это был грузовик. Эта модель была скрыта до последней недели компании. Бекер просто получал набор, например, там, условно, три модели плюс какая-то секретная. Он не знал, что это. Она шла в подарок, поэтому он ничего не терял, даже выигрывал. И под конец нашей компании мы раскрыли эту секретную модель. Это был наш грузовик, и модель прогремела. Почему мы открыли после первой компании сразу вторую всего на две недели? Потому что бекеров было столько, что они просто не успели все купить, но очень хотели. Они писали, просто заваливали нас письмами, мейлами, сообщениями. Пожалуйста, дайте, мы хотим купить, мы хотим получить, пожалуйста. Мы создали еще одну компанию, и в результате за две недели буквально собрали еще более 40 тысяч долларов. Ну, касательно фото и видео мы уже оговаривали, просто всегда помните, что это важно. Далее, такой пункт, как интернет-СМИ. Скажу сразу, в первой компании мы не вкладывали деньги в нашу раскрутку особо, мы не выходили напрямую на каких-то известных блогеров или какие-то печатные или другие издания. Но они нашли нас, поскольку для зарубежного рынка, особенно для США, Kickstarter и краудфандинг — это понятное явление, и за ним следят, его хотят, им пользуются. И все началось с того, весь наш интернет-охват, скажем так, начался с того, что нас просто начали шерить. Наши различные блогеры, один блогер передал другому, где-то кто-то в Фейсбуке, кто-то в ВКонтакте, кто-то еще где-то, и мы просто распространились, практически как вирус, распространились по всему интернету. Нас знали и про нас писали те, о ком мы даже не подозревали. Поэтому вы должны понимать, что Kickstarter — это пиар. Если вы вкладываете что-то в Kickstarter, вы должны понимать, это не вклад в будущую покупку или какие-то сбор финансов, это вклад в будущий пиар. Вас будут знать в мировом рынке без посредников, без дистрибьюторов, без дилеров, без вот этого промежуточного звена. Поэтому все, что вы вкладываете, вам окупится в десятки и десятки раз.
Компания первая наша началась с паровоза, как уже было сказано, и этот паровоз прогремел тем, что он в первую очередь был эксклюзивный. В нашей компании участвовало более 4000 бэкеров, если точно, то, по-моему, 4500 бэкеров. Большинство из них пришло к нам через саму платформу Kickstarter, что доказывает, что мы не вкладывали в раскрутку, мы не вкладывали в блоги, в сайты и так дальше. Они просто видели нас, мы им нравились, они покупали. Далее мы подвели такие итоги, что в среднем у нас чек был $93. Наборы у нас варьировались от $17 за трактор, за нашу первую такую базовую модель, и до, если не ошибаюсь, 800 с чем-то долларов за большой набор по 3 экземпляра каждой нашей модели. Изначально, скажу, мы не верили, что она выгорит, но, вы знаете, покупали все в разных количествах, но на все был свой покупатель и в таких объемах, которые мы просто себе даже не представляли. Вот яркое выражение этого принципа «сильный старт, сильный финиш». Это график, скажем так, наших покупок на Kickstarter, сколько у нас покупали и как это происходило. Мы видим, что у нас нет провалов практически. Это прямая такая линия вверх, что подразумевает, что мы постоянно подогревали интерес. Мы делали апдейты, мы коммуницировали, мы делали разные фишки, которые привлекали внимание как в начале, так и в конце кампании. Примерная статистика по нашим бэкерам. Видим, что большая часть это все же США, поэтому вы должны учитывать, что ваш график работы больше будет все-таки направлен на США. Но также это весь мир в той или иной степени к вам приходит либо как бэкер, либо как дистрибьютор. Скажу сразу, что в день это примерно 5-6-10 писем, как когда, о сотрудничестве. То есть мы больше рассматриваем Kickstarter сейчас, даже в какой-то степени, как наработку дистрибьюторов по всему миру. Это начиная от той же США, Америки и так далее, заканчивая Перу, Аргентиной, ЮАР и так далее. Бэкеров очень много, они это всюду, и каждый из них потенциально может оказаться вашим дистрибьютором или инвестором. Когда мы вышли на другую платформу, это платформа Indiegogo, мы ожидали, что будет немного меньше спрос, поскольку Indiegogo пользуется меньшим уровнем доверия, но у нее есть один плюс — она более лояльная платформа. То есть вам не нужно столько нюансов проходить, как создателю проекта, чтобы выйти на эту платформу. Мы вышли с нашими новыми моделями, которые, опять же, были эксклюзивно на этой платформе, то есть больше их нигде в рознице нельзя было приобрести. И таким образом мы также собрали внушительную сумму, но, скажем так, второй проект уже прошел значительно легче, хотя логистический момент всегда самый сложный. Вы должны понимать, что логисты, еще раз, в первую очередь логисты. Если у вас есть сейчас в кармане хороший логист, который с вами будет на протяжении всех проектов, вы просто, для вас Kickstarter или любая другая платформа пройдет очень легко. Видим, что немножко подрос уже наш средний чек. Это тоже было вызвано тем, что мы уже делали другие товары, мы анализировали наши покупки и выбирали самые лучшие наборы наших моделей, лучшие предложения, которые заинтересовали наших бэкеров. Также в Indiegogo все равно подтверждается, что большинство бэкеров — это США. Естественно, лишний раз, я думаю, говорить не надо, все понимают, с чем это связано и что это подразумевает, но всегда держите это в голове. Да, хочу добавить, что мы запуск делали по времени Штатов, а не по нашему времени. Да, ну у нас компания вся ориентировалась практически, то есть на то, что основной потребитель будет на рынке США. То есть мы запускались по тем временным таймлайнам, когда в США был наиболее активный период, когда они не спали, когда они приходили с работы или уходили на работу. То есть мы подбирали, мы угадывали нужный момент и нужное время всегда под США и под другие временные таймлайны. Грубо говоря, мы можем для себя собрать, что мы собрали более $800 000 с помощью Kickstarter, в который мы вложили настолько маленькую сумму, что даже смешно говорить, во сколько раз это все нам окупилось. Мы распространили нашу продукцию на 5 континентов. То есть без шуток, это действительно 5 континентов, на которых сейчас у кого-то дома стоят наши театры, наши таймеры, наши модели, собранные руками конкретно жителей той или иной страны. Также у нас настолько повысилась узнаваемость, что нам просто пишут другие платформы, которые хотят просто нас выставить, которые предлагают, сами выходят на нас и предлагают нам наиболее выгодные условия развития, представления, продажи и так далее.
И, естественно, у каждой программы, у каждого проекта есть свои какие-то больные места, скажем так, и мы на своем опыте вывели, скажем так, топ-5 ошибок, которые можно совершить, делая проект на краудфандинге. И мы хотели бы вас предостеречь, скажем так. В первую очередь, главное правильно выбрать платформу. Если вас интересует украинский рынок, это украинская платформа. Если это рынок США, это платформа, ориентированная на США. Если у вас большие амбиции, вы хотите захватить весь мир, выбирайте соответствующую платформу. Далее, не завышайте вашу начальную цель, потому что лучше собрать меньше и потом попасть в топ, как компания, которая за сутки, например, собрала свою первоначальную цель. Kickstarter вас отметит, поставит на вас, скажем так, лайк, и вы будете в топе очень длительное время, что даст вам еще больше и больше трафик. Есть такой момент, как оформление, мы это назвали «сами справимся». Все знаем, когда бывают такие моменты, нужно вывести, например, какой-то пробный проект на какой-то непонятной пробной платформе, и кажется, а зачем мне нанимать специалиста, я вон там английский в школе учил, в университете где-то там что-то разговаривал, и вообще я это США знаю, в фильмах все видел. Не делайте этого. Это большая ошибка, потому что бэкеры заходят на проект, они смотрят, и вы, ваш проект — это ваше лицо. Если вы напишете непонятный текст с какими-то ошибками, с кучей каких-то непонятных фраз, которые вроде бы у нас же так классно на русском-украинском звучат, но в английском окажется, что они имеют совсем другой контекст, это убьет интерес к вам. То есть лучше не экономьте в этом моменте. Если у вас есть знакомые, обратитесь к ним. Но сделайте это профессионально. Вы все-таки уже солидные бизнесмены, вы уже люди, которые претендуете на звание международной компании. Поэтому очень важный момент, чтобы вы правильно оформили ваш проект. Пункт отсутствия коммуникации. Он подразумевает, что вы можете долго отвечать на сообщения или не отвечать на них вообще. И это будет огромной ошибкой, потому что бэкеры — это ваша головная боль. Вот скажу вам правду, это люди, которые просто будут писать вам 24/7, они будут хотеть от вас ответов, хотеть от вас каких-то советов. Они будут спрашивать вопросы, которые, казалось бы, уже нельзя было не понять из всех ваших апдейтов и так далее. Но нельзя на них, скажем так, нельзя забывать про них. Они очень важны, потому что потом бэкер оставит свой фидбэк, он оставит комментарий на вашей стене, он напишет про вас где-то еще. Или еще того хуже, он может оказаться вашим потенциальным, например, дистрибьютором или инвестором и скажет, что с таким подходом в эту компанию вкладывать нельзя. Поэтому не забывайте про бэкеров, отвечайте на все их, даже самые банальные или самые странные просьбы, и это вам принесет намного больше пользы, чем сэкономленное бы время от неответа, скажем так. Ну и, так сказать, последний, но не последний пункт выделен красным — слишком короткие сроки доставки. Подчеркиваю еще раз, просто уже для уверенности. Доставка во все страны по всему миру. Это не доставка в 2 страны, не в 5 и даже не в 10. У нас в первой компании, если не ошибаюсь, это было почти 70 стран по всему миру. Причем в какую-то страну это одна посылка, в какую-то страну это 10, в какую-то это 4 палеты. Вы должны понимать, что вы рассчитываете свой срок доставки, исходя из каких-то данных. Сделайте это с запасом. Запаситесь временем, чтобы решить все возможные проблемы. Забастовки таможни, которые из 3 проектов у нас были на 2, например. Просто вот бастуют таможни, и вы ничего не можете сделать. Вам пишут бэкеры, они возмущаются, почему вот вы недобросовестные, вы не доставили. Но вы не учли, по сути, вам кажется, что это не ваша вина. Да? Там, ну таможни, ну бастуют, ну что я сделаю? Но на самом деле это ваша вина, потому что вы не предусмотрели. Да, вы рассчитали какой-то пункт, что да, вроде все, что от нас зависит, мы сделаем за это время. Но есть пункты, которые от вас не зависят. Поэтому никогда не указывайте слишком короткие сроки доставки, как бы правдоподобные они вам не казались. Учитывайте все возможные форс-мажоры, вплоть до падения метеорита и тому подобное. Это очень важно. Ну, по поводу того, как все-таки подготовиться к проекту, помимо нашей презентации, скажем так, есть основная информация, это информация на самих источниках, то есть в данном случае это Kickstarter, и на нем более чем подробно изложен каждый шаг, что вам нужно сделать, как вам нужно это сделать и за какие сроки. Все, что вам нужно, это просто зайти на сайт и прочитать. Единственное, что там вся информация изложена на английском языке, поэтому если вы хотите более основательно подойти к подготовке и прочитать что-то на русском, есть такой ресурс, как Crowd Publishing. Он подразумевает под собой и детальную информацию, и блоги, вы можете задавать вопросы, можете коммуницировать между другими создателями и тому подобное. Очень тоже полезный ресурс. Ну и, естественно, мы на своем опыте прошли всю эту дорогу краудфандинга, мы знаем, что это такое, и знаем, как может быть тяжело и непонятно, и страшно, и интересно одновременно, и поэтому мы действительно готовы поделиться своим опытом с вами, мы готовы подсказать и проконсультировать, если это будет нужно, потому что наши компании достойны, поверьте. Мы видели продукты на краудфандинге, на Kickstarter в частности, и мы знаем, что у нас здесь есть достойные продукты, есть достойные компании, их просто нужно подтолкнуть и немножко помочь им выйти на мероприятие,
мировые рынки. Поверьте, что просто все мировые рынки будут за нами, если мы грамотно это сделаем. Все, спасибо. Спасибо. Так, давайте два вопроса, чтобы двигаться дальше. Добрый день, меня зовут Артем. Возникает вопрос, вы очень грамотно описали все этапы, и складывается впечатление, что у вас был предыдущий опыт до того, как вы выходили на Kickstarter. Можете ли вы озвучить, каким образом вы, в принципе, изначально строили план выхода, и как вы к этому готовились? Были ли у вас какие-то готовые проекты, которые вы делали до этого? Ну, сами мы не запускались до этого. У нас был консультант по Kickstarter. Вот, и мы сами как бы пытались исследовать платформу. Ира, скажи ты два слова, это твоя тема. Просто, да, это вопрос очень популярный, и говорю, что мы не просто не запускались, это вообще было просто по головам. Мы не знали, что это, мы не знали, как это делается, и все, что мы сейчас расписали, просто, скажем так, нашей кровью и потом. То есть это наш сугубо личный опыт, который прошел действительно вот по головам, да? Смотрите, давайте еще два комментария по поводу, кто выступил. Один из учредителей этого проекта, Денис Охрименко, правильно? Он создал саму модель. А есть второй учредитель этого проекта, Геннадий Шестак, который всю жизнь работал в издательском бизнесе и, ну, как бы искал какой-то проект, в котором хотелось бы там дальше развивать помимо книг. Да? Потому что Egmont — это детское издание, которое, ну, издательство, которое самое крупное во всем мире, в Украине. И правда, вы понимаете, что происходит с детской книгой. И вот так они друг друга случайно совершенно встретились, и родилась такая идея вот запустить этот проект. Поэтому все действительно, ключевой месседж вот этого спича в том, что вы можете создать, если у вас есть хороший продукт и желание что-то делать, надо пробовать. Когда люди запускали на Kickstarter проект, никто не ожидал, что он вообще пойдет. И когда, например, вот у нас еще есть бренд Охио, это девушка, которая вяжет пряжи, вы, наверное, ее знаете. Она вот сейчас закрывает вторую компанию по Kickstarter, в первую она собрала 170 тысяч долларов. Человек, который вяжет большой пряжей. Я не могу сказать, что это, ну, то есть я ее уважаю как украинского предпринимателя, но я не могу сказать, что это какой-то высокотехнологичный продукт. Она просто нашла эту пряжу, она сделала модели, это большие покрывала, это большие шарфы, они стоят безумных денег, они реально классные. Но когда она запустилась, ну, то есть, ну, как бы гордость берет за то, что люди из Украины это делают и, ну, как бы действительно формируют имидж страны. Вот, мне приятно, я всегда, когда в регионах мы представляли девушек, говорила, смотрите, вообще юные и молодые барышни, которые управляют такими огромными проектами с такой большой капитализацией. Спасибо. Спасибо. Так. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Ну, ваш проект реально очень классный. Я за ним много следил, там изучал. Два вопроса по вашим топ-5 ошибок. То, что вы писали, сами справимся. Кто вам делал презентацию на, ну, клевое видео там и фотки? Ну, может, там, подскажите пару советов. И второе, по поводу отправок. У вас же были, я так понимаю, 1000 заказов. Как вы их все отправили? Обычной почтой, там, пачками ходили на отделение или как был этот сам процесс? Спасибо. Спасибо за вопросы. Смотрите, по поводу первого вопроса, кто делал данную презентацию, правильно я понимаю? Вообще все презентации ваши. Ну, данная презентация, например, это Белька Ирина Вячеславовна, обращайтесь. А вообще начинали мы с того, что мы заполняли проект просто по аналогам, где-то мы смотрели, консультировались с нашими зарубежными партнерами, как лучше. Но почему я говорю, что это все на своем поту, скажем так, сделано из своей крови, потому что эти ошибки выведены на наших ошибках. То есть это была наша ошибка, у нас были такие моменты, когда мы оформляли это из серии «Сами справимся», и мы сталкивались с тем, что Беккер пишет там, ребят, пора, по-моему, нанять там переводчика, или, ребята, что это такое, там, вы что вообще имели в виду, там, или еще что-то. То есть мы с этим сталкивались. Не думайте, что мы этих ошибок не совершали, или что они нам далеки. Мы по ним не просто прошли, мы потоптались, я бы сказала, по каждой из этих ошибок так конкретно. Поэтому это все просто на нашем опыте. У нас были эти ошибки, мы с ними сталкивались, но мы их решили, в принципе, большинство из них мы уже полностью, скажем так, искоренили или на пути к этому, и это реально. А касательно второго вопроса... Логистика. Логистика, да.
Да, это было очень сложно. Это самый большой момент, самый больной момент. Мы, сразу скажу честно, мы меняли несколько компаний логистики. Самый простой момент был США и с Канадой, потому что там у нас есть партнеры. Есть в США наш представитель, который, собственно, юридически был нашим ответственным лицом на Kickstarter. И на него мы просто делали обычный экспорт. То есть просто уходили палеты определенного количества по определенной цене, но на обычный экспорт. И она уже у себя, это была ее головная боль, нашего партнера, распределить, отправить на логистический центр. Но опять же, там это все на высоком уровне, то есть она просто эти палеты встретила, растаможила, отдала на рассылку, и буквально там 2-3 недели они ушли, и проблем не было. То же самое с Канадой. Вот касательно остального мира, это большая проблема, потому что куда-то уходит палета, куда-то 2 заказа, куда-то 1, куда-то 10. Здесь важно просто грамотные логисты. Без них вы не сможете это никак сделать, поскольку вот раньше была презентация еще одной Ирины вот по поводу экспорта. Экспорт из Украины напрямую к конечному потребителю — это очень сложно. Это куча налогов, куча проблем с документами. Вообще, как объяснить, что такое Kickstarter, поскольку они не позиционируются как интернет-магазин. Kickstarter — это платформа для стартаперов, для тех, кто хочет собрать инвестиции. И бэкер, как бы он формально, он инвестирует в ваш проект, и вы ему просто отправляете вроде как награду. То есть формально он ее не покупал. И это вообще выносит мозг всем, начиная от таможни, заканчивая любыми логистами и брокерами и так дальше. Поэтому лучше всего находить логистическую компанию, у которой большие связи, у которой склады по всему миру условно. То есть, конечно, зависит от вашей формы работы, от того, как вы работаете, с кем и так далее. Но лучше всего это, самый простой вывод, это вывести экспорт. То есть сделать экспорт, и дальше уже логистическая компания подсобит вам, она сделает все, что нужно. Главное, чтобы она была грамотной. Это все на логистов, скажем так, сваливайте все на них. Они должны быть грамотными, они должны, это их парафия. Скажем так, будет некорректно озвучивать все наши выборы, поскольку они менялись. Если кого-то интересует, можете, мы открыты для общения, то есть можете в личном порядке подойти, мы вам обязательно расскажем, посоветуем. Скажу сразу, что представители, с которыми мы сейчас работаем, даже это не одна, это две компании, они сейчас находятся в зале, поэтому мы готовы сделать рекламу, скажем так, на основе рекламы. Вот. А все остальное желательно все-таки в личном порядке, чтобы мы не дискредитировали. Все, все вопросы переходим дальше в формат уже личного порядка, потому что нужно двигаться дальше. Спасибо девочкам большое спасибо. Это Ира.